Оп! Здорово! Сегодня на обзоре у нас долгожданная, мною, по крайней мере, разборка вот такого агрегата. И эта штука... Здесь у нее есть табличка, написано MPR 350. Прочитал в интернете, это MPR, это машина протирочно-резательная. Короче, в общем, промышленная такая штука, которая нарезает, режет, шинкует и давит вареные и сырые продукты. Здесь у нее стоит вал. Здесь какая-то пластиковая фигня еще стояла, ну, судя по картинке. И вот отсюда она вываливалась уже готовая продукция. Корпус алюминиевый. Внутри, не знаю, либо редуктор, ну хотя здесь, если присутствуют кнопки, значит там есть двигатель. Сама по себе штука тяжелая. Сейчас я принесу весы и поставим, взвешиваем вообще, сколько она вешает. Вес составляет 31 килограмм. Так, откручиваем днище. Здесь пару болтов я открутил, здесь ножки открутил, осталась последняя нога. Что там внутри, я еще не смотрел. Сейчас откручу последний болт. Посмотрим, что же там за зверь внутри скрывается. Открываем. Yes. Yes. Я сразу же вижу эти ребра. Сразу же видно вот эти вот ребрышки. Это движок, ребята. Это движок. Классно. Это, видимо, редуктор, да, стоит. Тут ремень на него переходит. Классно. То есть мы как минимум имеем уже корпус дюралевый, он же алюминий, как алюминий пойдет, толщина обалденная, можете сами видеть, вот я не знаю, с палец толщиной, наверное, металл, ну и, соответственно, движок. Все, сейчас вот эти болты раскручиваем, короче, все тут пооткручиваем и достаем движок. Откручивается достаточно просто. По-жесткому все. Все просто. Все прямо от руки, все. Прямо от руки говорю. Чуть подвоишь на меня. Руки превращаются. Что-то, короче, не хочет выходить. Так, открутил я, в общем, вот эту пластину еще, металл. Все, движок освободился. Какой движок? Размер, вот, вот моя рука. Движочек небольшой, но. Килограммчик точно там есть меди. Это прям вообще клево, потому что у нас вот этот движок и вот это вот еще есть движок. И вот он примерно, ну, чуть больше размерами. Его мы тоже будем разбирать. Ну все, продолжаем дальше. Короче, как всегда, открутил все болты. Последний не поддается. Здесь отвертка на минус. Все, посрывал уже. Один из болтов откручивал. Короче, так, может, он пригодится. Ну, короче, с такой силой нереально его крутить вот так. Ставим кусачками вот здесь. То есть давим вниз отвертку. Берем кусачки, кусачками поворачиваем. Но он здесь все. Здесь уже все сорвано. Не поддался. Вот этот поддался, все. Короче. Ну, по сути, вот здесь сейчас мы открутим это, чтобы эти кишки вывалились. И вот здесь вот болты на крестик уже, крючок, на крестовую отвертку. Сейчас их вывернем, и вал вывалится сюда. Попробуем шуруповертом, конечно, не знаю, что из этого получится. Вот.
Вроде получается. Так, в общем, все открутил, вал выбил. Вал здесь вот стоял, да? Здесь я открутил болты на 10 ключом вот этим, в принципе, все открутились. И с той стороны вал выбил, вал вот вышел. Вот такие подшипники здесь прикольные. Вот эту алюминиевую штуку, конечно, снять отсюда. Но я не знаю, как вот эту кольцо вот это снимается. Черт его знает, может разберусь потом. В общем, вот такой вот вал. Классно. Так, слезиночку мы эту уберем. И получается у нас остался один единственный болт. Вот здесь вот. Так, видно, да? Да. Короче, все шлицы все посрывал. Как доставать его, я не знаю. Собака такая. Как тебя зацепить-то? Шевелится и поворачивается. Что ему надо, непонятно. Я надеюсь, оно не завинчено. Вот. Вон, руками ходит, блин, и не вытаскивается. О, все. Yes. Короче, вообще круто тень. С корпуса у нас получается 16 килограмм. Там вот эти мелочи всякие я добавил еще. Кольцо только такое свало, я его просто пополам разрезал и снял. Короче, все. 16 килограмм. Это как минимум 1600 уже. Обалдеть. Так, ну что, теперь начнем разбирать непосредственно само сердце. Что мы имеем здесь, какие-то там контакты туда-сюда, откручиваем дальше. Почему я именно так аккуратно начал откручивать, а не вандальным методом, да, как я тут уже обычно это делаю, потому что корпус этот из алюминия, как мы выяснили, и он должен быть максимально очищен от всяких примесей, металл, пластик. Все-таки без вандальства мы не обойдемся. Чем? Так, следующий этап, снимаем кожух. В принципе, все просто. Везде все советские приборы. Это одна отвертка плоская. Все. Все, кожух сняли. Вставляем его к железу. Сейчас, в общем, эти гайки либо они открутятся, либо я их болгаркой срежу. Шпилька получается продета с той и с другой стороны. Откручиваем, точнее, с одной стороны откручиваем гайку, с другой стороны вытаскиваем шпильку. Все, и так с четырех сторон. Так, шпильки вышли. Так, теперь надо все, это вон, крышка тут снялась уже. Уже все пошло сниматься. Так, теперь нам надо вот этот пластиковый кожух каким-то образом снять. Как, я пока не знаю. Пластиковый кожух, сказал. Пластиковый вентилятор. Подшипник. Его мы так вот поддеваем.
тут. То есть мы вот этим концом по рельсе будем. Так. Слетела крышечка. Крышечка слетела. Ее отправляем в железо. И с этой стороны вытащили ротор. Все, это пластик даже снимать не надо, потому что это все отправляется в металл. Все и так примут. Так. Ничего, что мы имеем. Вот такой вот поросеж. Вот она. Медяха. Медяха-медь. Ищем самые тонкие места. Вот здесь вот ребра нету, здесь режем. Стук такой, пук, и он как орех раскрылся. Сейчас с другой стороны распилим, он развалится на две части. Оп. Все, легко и просто. Вот он наш чистейший алюминий. Так, ну что, все, отрезали колечко. Вот оно. Красотуля. Медюля, красотуля. Вот такая вот красота. Теперь будем пытаться вытаскивать с обратной стороны. Это колечко пока в сторону. С обратной стороны будем пытаться вытаскивать медяку медь. Ее вытащим. Все легко. Легко и непринужденно. Легко и никого не принуждая. Так, ну все, он руками начал вытаскиваться. Вот настолько мы вытащили. Все, и оно уже спокойно руками выходит. Вот она, красота поперла. Все. Эти штучки мы убираем. Всю эту всю красоту мы высвобождаем. В общем, пластика много. Вот она. Красота. Сейчас, в общем, очищу. Ну и что, и все, и приступаем к взвешиванию. Итак, первое взвешивается железо. Все железо с этого двигателя, с этого МПР. Машина протирочно-резательная, если я не ошибаюсь. Значит, по железу у нас вышло так, в районе 8-8,5 килограмм. Ну, возьмем 8 килограмм железа. Дальше идет алюминий. Весь алюминий. Алюминий из двигателя сюда еще добавил. По весу получается так, приближено к 18 килограммам. Будем считать 17,5. Алюминий от статуля. Ну, будем считать 100 рублей. 17,5 килограмм по 100 рублей. То есть 1750 только с алюминием. Ну и царица сегодняшнего выпуска — это, конечно же, медь. Медь у нас получилась. Вот такая вот красота. Всю почистил. Значит, взвешивать мы будем, добавляя ее предыдущие меди. Предыдущая медь у нас была получена с холодильника, где я разбирал холодильник. Если кто не видел, ссылка будет вот здесь. Итак,
сейчас мы взвесим еще раз, сколько у нас получилось в холодильнике. Я не помню, если там маленько добавлял еще. Радиатор. Так. Вес зафиксировался. Сейчас вес составляет 1,395 кг. Добавляем. До последнего проводочка. Вот он, весь жир с поросенка. О, кстати, я еще забыл металл-то добавить, но сейчас мы его тоже добавим. Вверху. Так. Так. Сбрасываю опять на ноли. Все, и взвешиваем. Получили 2,320. То есть получается что-то даже меньше килограмма. Короче, там меди получилось. Меньше килограмма меди. Ну, сейчас я, в общем, расчеты выведу на экран. Но это будет что-то в районе, наверное, 500 рублей. Вот. Сейчас взвесим еще вот этот вот. Добавим его к весу чермета. То есть у нас... Сколько у нас было? Я уж не помню. Давайте все вместе сразу. Еще раз. Чермет. Чермет у нас получился... Короче, 12 килограмм. 12 килограмм чермета. 17,5 килограмм алюминия. И меди меньше килограмма. Весь этот самый. Все цены вы сейчас видите внизу. Просуммировали и получили итог. Дальнейшие наши разборы также будут продолжаться. Они будут также будут интересными. Не забываем, что у нас на обзоре остались... Ну-ка, иди пакет отсюда. Два компрессора вот этих вот. Двигатель. Еще у нас есть микроволновка. Ну и пока все, наверное. Ну, я думаю, наверное, хватит. Пока интригу сохраним, что еще у нас есть. Все, чтобы не пропустить видео по данному разбору, можете подписаться на канал, поставить лайк и подписку.